Итак, всем привет! Сегодня, как и обещал вам ранее, расскажу про такую волшебную вещь – эмулятор датчика положения коленвала. Для каких целей может понадобиться это волшебное приспособление? Ну, в общем-то, в первую очередь для проверки блока управления двигателя на столе. Также можно им проверять на столе приборную панель. Сигнал на тахометр будем видеть, стрелка будет подниматься, ну, либо если там цифрами оборот. Также можно проверять в блоках управления двигателя выхода на форсунки, на свечи, ну и, в общем-то, неограниченное количество различных функций, для чего можно его использовать. Ссылка на эту схему, которая указана на экране, будет находиться внизу под видео, откуда вы можете скачать. Ну что ж, приступим. Краткое описание схемы. На элементах D1 и D2 собран, собственно говоря, сам генератор импульсов. Значит, сопротивлением на 47 кОм мы меняем скорость виртуального вращения двигателя. Она равна у нас примерно от 200 до 10 тысяч оборотов в минуту двигателя. Значит, отсюда у нас с генератора выходит несимметричный меандр. Далее стоит элемент D2.1, который, в общем-то, собственно, формирует правильный сигнал. Далее с него сигнал поступает на счетчик D3, вот на эту волшебную микросхемку, она же K564IE15. Можно взять без буквы К, тогда она будет позолочена, но проще всего найти по цене и гуманнее K564IE15. Значит, счетчик имеет набранный коэффициент деления 60, и выходной импульс уже со счетчика поступает на триггер защелку D22. Это, в общем-то, вот это вот наше счастье волшебное. Значит, сбрасывает его выход сигнала, чем запрещает счет на элементе D1.3. Это вот, в общем-то, вот этот вот элемент. Так, длительность импульса на выходе счетчика равна одному такту. Мы имеем сброшенный выход триггера на 2 такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу. Ну, собственно говоря, вот здесь вот. Тем самым разрешает счет на выходе 1.3. Далее сигнал поступает на транзистор и формируется неполярный сигнал со счетом 58 импульсов и 2 пропуска. Вот здесь вот уже имеем сам сигнал. Ну, что можно еще сказать из советов? Само сопротивление ставьте логарифмическое. Ну, собственно, все. Выходы с каждой микросхемки, которые можно отследить осциллографом и посмотреть правильность сигнала, если вдруг у вас схемка не заработает с первого раза. Что еще можно сказать про это? В ближайшее время совершу обзор еще одного эмулятора датчика положения коленвала. Чем-то он будет лучше, чем-то он будет хуже, чем-то проще, чем сложнее. А вы внизу пишите, какой эмулятор датчика коленвала используете вы в своей нелегкой работе. Также ставьте лайки, если вам видео оказалось полезным. Пишите внизу свои комментарии, как я уже говорил ранее. Видео проявит самую активность повышенную. Ну, например, там, а то, кто внизу оставит свой отзыв, например, там, или под его отзывом будет больше всего лайков или ответов. После 1000 просмотров этого видео, тому будет выслан комплект элементов, необходимых для сборки этого эмулятора. Пишите внизу свои комментарии, как я уже говорил ранее. До скорых встреч. Пока-пока.